представимся, скажу вам привет. С вами Камзе Бармин 6666. 96. Ну да, 96, короче, я с вами. Видите, на моем изобретении добавилось много разных кнопок новых. Еще не только кнопки управления. Вот это. Еще кнопки управления самого Майнкрафта, можно так сказать. Да, да. Некоторые кнопки еще пытаюсь доработать. Это что? Слайм-понг. На самом деле самый типичный слайм. О, свинью. Ладно. Ладно, все, я показываю дальше. Морим. Эти кнопки уже изучили. А, подождите, я понял, что проблема. Да, это тоже изучили уже. Это, вы знаете, оцелоты, криперы. Да, все вы уже помните. Потом, фаерболы, стрелы. Да, все это вы уже видели. Ну ладно, покажу кнопки. Например, есть красная кнопка добавилась. Смотрите, игры нормальные или мирные. Ну ладно, ставим нормальную. Да, все нормально. Нормально или нормально? Мне нравится. Смотрите, потом можно изменить время. Ночь. Утро. День. Мы ставим ночь. Ладно, еще день. Что такое? Что это за слайм? Иссушитель! Умри, тварь! Ты иссушитель! Иссушатель! Ладно, все, я показываю больше, и я не буду отвлекаться ни о чем. Смотрите. Ладно, мы это уже изучили. Это изучили, потом у нас... Видите? Опа! Вылетает, видите? Если вам показал так, это значит, что вот вы будете писать в комментах, какого мне то моба добавить. Ну вы будете выбирать. Ой, вы выберете. Я дам вам выбор мобов, а вы выберете, какого добавить. И там будет выпадать ваш моб, который мне больше всего понравится. Ну, за который больше всего проголосуют. Дальше у нас идут скелеты. Это новенькие. И стрелами с ними эпично, да? О, скелет наушников. Эпик. Ладно. Потом, смотрите. Если не палатки наверху. Вот там. Мы наверху. Быстрый доступ. Хотел вниз. Я вью. Если бы не палатки внизу. Опа, мы снизу. И обратно. Ладно, все. Вот эти. Ладно, все, мы здесь. Ну, я здесь. Да, думаю, инновации. Ой, улучшения я показал все мои. Выбор показал. О, я показал, что вы можете выбрать. Теперь покажу, каких мобов вы можете выбирать. Опцик. Все. Все исправим. Какого черта, где мобы? Мобы! Так, я вернул мобов, в которых я могу превращаться. Все это я вернул. Хе. Да, все вернул. Вот ваш выбор. Снеговик. Я снеговик. Ик. А я снеговик. Ик. Ладно. Дальше у нас идет кролик. О, я ведь кролик. Дын. Кролик, тын, кролик. Потом идет на выбор криминал. Ура! Криминал. Потом идет
Лягуха. Лягуха. Ква. Ква-ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква. Ква. Ква. Все, мы выбрали лягушку. Ладно, еще я предлагаю выбрать, можно, думаю, такого вот призрака. Еще на ваш выбор есть такой призрак. Прежде чем будет самое интересное. Сейчас, сейчас. Да, видите, с 8 мы не можем видеть мол. Так мы сделаем прозрачным. Ну ладно. Думаю, он сегодня самое интересное покажет, просто крутит вот вас. А вау, а он любит закрутить голову. Ладно, это самое то на Хэллоуин будет. Я думаю, постепенно какой-то дискотворение какой сеть пару машин. Возможно. Ну, с вами был Домус Выбернер 6. О, извините. Кто не смотрел первую часть, посмотрите первую часть. А вот сзади все это изобретение мое. В следующие разы я буду вот так вот делать. Чтобы это не строить лестницу так вот. И все. Ладно, все. С вами был Домус Выбернер 6. И до новых встреч. Пока.